Рахиму и Жанне счастья. С возрастом я понял для себя, что такое счастье. Счастье – это физическое здоровье и душевное спокойствие. Хотел бы пожелать счастья и всем остальным. Я бы хотел пожелать вам любить друг друга. А любовь – это значит заботиться друг о друге. Потом опять я хотел бы вспомнить святую книгу, где сказано два слова, но не сказана разница между ними. Плодитесь и размножайтесь. Всем всего наилучшего. Спасибо.